Всем привет! С вами канал ArtMoney и смотрительница новых лам. Опять я нашла раз, два, три, там даже четыре коробки ненужных. Тут вот целый мусор, тут у нас мусор уже на готове стоит. И здесь опять новая партия хлама. Здесь вот корзинка, это для пикника, но мы с ней не ходили даже ни разу. Оттуда я две тарелочки или три, что ли, брала, и все. То есть, блин, это бесполезная вещь. Оттуда я взяла стаканчики и ложечки. Ну, пластмассовую, так вот куда-то поехать. Легкий стаканчик взяла, там, ну, мало ли. Остальное отдаю. Покупала когда-то за 1500. Свекровь уговорила, купи, понадобится, купи. Хорошая, посмотри, какая она. А я отказывалась, я знала, что мне не надо это. Но купила, и так пролежала она. Тут вон голубая сумка я на дачу покупала, оказалась неудобной. Рюкзак оказался неудобный. Завязки вот эти вот мне нравятся. Вот это у меня на молнии, прям я его обожаю. А, старый этот обогреватель старый, еще с Балхаша привезенный. Здесь старый миксер у нас. У него девушка вроде нашлась. Здесь вот там куча всего-всего-всего. Здесь опять чуть-чуть одежды. Короче, вот так вот. Еще часть там в Диминой комнате. Здесь вот у меня Дима в садике. Не помню, сказала я или нет. Я, короче, прибиралась частично. Вот, частично отсюда повытаскивала. Здесь вот плед старый тоже отдаю. Тут одеялка вот Димина тоже отдаю. Что еще? А, одежда вот тут Димина тоже выставила. А, и шар вон тот. Еще вон тот шар выставила. Частично. И хочу отдать, потом будет следующая партия. Игрушки вот эти дарила мне Женька. Блин, честно, мне жалко их отдавать. Я не хочу, чтобы они оказались где-то на улице. Вот, знаете, пока что я не могу их отдать. Ну, не могу я. Я боюсь, что их отдадут собакам на разрывание, допустим. Или поставят их на улицу, они будут мокнуть. Ну, для меня они какие-то живые такие, вот как будто душа у них там есть. Не знаю, не могу отдать пока. Там еще Мишка серый, вон там он. Тут виднеется. Три больших игрушки. Ну, вот этот заяц, я прям его обожаю. С этим вот спать хорошо, прям тепло. Зимой я, наверное, планирую с ним спать буду. Он мягкий. Если вдруг я замерзну, ногу запрокинуть удобно. Вот, Мишка там, блин, не знаю, жалко мне. Родители говорят, давай, выкинь на помойку, отнеси, отдай кому-нибудь. Ну, что-то никак я не могу от них избавиться. Другие вещи, да, пожалуйста. Там, кстати, вон цветы, гибискусы мои стоят. Смотрите, они уже в горшочках. Уже большие стали. Вот этот вон какой уже вырос. Там 4 штуки их. Другие вот, которые я отрезала, они не дали корни. В итоге я их выкинула. Что-то почему-то. Вот, а эти дали. Вот. Ну, Дима в комнате еще не убиралась. Частично. Чуть-чуть вот, ну, просто я там поубирала вот частички от игрушек. Вот здесь я убралась, ему поставила. Все лежало на балконе. Я от свекрови все прячу на балкон, потому что они не умеют играть с ребенком. Они играют с ребенком так, что все игрушки просто теряются. Части вот такие вот отдельно, они все теряются. Я не знаю, как можно так сыграть, поиграть с ребенком. Вот, сегодня я их поставила туда обратно. Здесь, кстати, вот эта головоломка очень классная. А вот она, да, она вот здесь вот лежит вместе с такими вот штучками. Вот, и также у меня, кстати, есть коробочки на балконе, вот они стоят, коробочки. Я буду еще складывать в другой день, наверное, все в коробочках, по коробочкам хочу разложить их, подписать, чтобы было удобно. Коляски. Коляски, не знаю, это вообще отдельная тема. Я думала, их вообще быстро разберут, но нет. Вообще даже никто не пишет. Единственное, писали из какого-то области. Типа там через Авито как-то можно их это заказать. Там что-то мне надо было, короче, сделать. Я ничего толком не поняла, что я должна сделать, куда отправить, что вообще, как. Просто плюнула. Не знаю. Мне кажется, их даром просто отдам. Сделаю цену еще ниже, потому что, ну, вот это вот вообще зимние. У нее колеса резиновые, но вообще очень классные. Я ее за 3 поставила, в итоге сейчас я поставила за 1500, опять тишина. Поставлю за 1000, наверное, через пару деньков, не знаю. Короче, так вот, та вот тоже, та вот той коляска, вот эта трость, у нее тут колесики очень хорошие. Они, то есть, не пластмассовые, они мягкие.
То есть ребенку хорошо ехать, она не дребезжит, ничего, она, ну, такая хорошая, она была дороговатая. Вот, обувку тут еще Димину надо, и тут он прям вообще все завалено. Завалено у меня так, потому что там вот тут открыто, у меня там солнышко, и я не хочу, чтобы на солнышке попадали некоторые игрушки, они потому что плавятся. И поэтому у меня здесь вообще так побыла, у меня тут как будто бардак случился. Вот, они закрывают. А солнышко, потому что я хочу, чтобы оно попадало на цветы, чтобы они росли лучше. Я надеюсь, что у меня гибискус, может быть, уже решит зацвести. Ну и мелкие, кстати, тоже не цветут никак. Все жду, жду. Ну, по-моему, еще рано. Они, по-моему, цветут попозже, по осени, что ли. Или где-то, подождите, январь. В феврале, по-моему, что ли, они цветут. Хотя я видела, мужчина продавал гибискус летом. Вот у него такой вот огромный был, у него цвел он. Я думаю, значит, должны. Но у меня тишина пока. Не знаю. Что я буду делать с этими маленькими, если они не зацветут. И что делать с большим, потому что мне его подарил папа. И каждый раз папа, когда приезжает в гости, мне все время старается тыкнуть. Вот, я тебе подарил, он цвел, а ты сделала так, что он не цветет. Типа, какая ты вроде это. И мне это очень сильно задевает и очень обидно, если честно. Я все стараюсь для него сделать, но он не цветет никак. Вот, короче, у нас вот так вот Димин домик весь просто искрашенный. Я хотела вообще его красками, мы купили красок много. Хотели покрасить красками, но свекровь здесь были, не следили за ребенком. И, конечно, получилось, черт знает что. Здесь вон цветочки. Это я раскрашивала. Хотела, чтобы он был прям вообще такой у него дом шикарный, красивый. Ну, зря мы его, конечно, распаковали заранее. Надо было позже. Не знала, что свекровь так приедет неожиданно. Вот. Короче, у нас вот так вот. И здесь, конечно, мне это, честно говоря, вот эта стена меня вот просто убивает. За стенкой живет соседка, у нее вот точно примерно так же, только прям вообще у нее завал. Знаете, вот окно стоит, и получается вот так широченная комната, и просто вот так окно. И около окна вот так вот, вот все просто вот в коробках, все вот так хлам. То есть к окну подойти вообще нереально. Я не знаю, как она живет, вот честно. Или на проходе вот так стоит сумка, и она через нее перепрыгивает. То вот честно, вот у меня вот тут стоит уже, мне уже настроение вообще совсем другое. Уже не то настроение. Ну, здесь еще, кстати, лежат яблоки. Вот тут яблочки у меня. Вон там мешок с яблоками. Вот, все объявления я выставила на бартер. То, что отдаю бесплатно за вкусняшки всякие. Ну, я надеюсь, то, что за эту неделю заберут у меня. Очень сильно надеюсь. И тогда я начну вытаскивать снова. Вот, здесь у меня вот тоже, кстати, немножечко еще завалено. Немножко тут. Ну, кстати, я убирала здесь. Тут я вот на всех полках убралась. У меня вот только вот две вот эти вот полки осталось убраться. Тут еще чуть-чуть поубираться. Там с обувкой, блин, я не знаю, мне не нравится, как она лежит, эта обувка. Эти коробки торчащие, одна выше, другая ниже, порватая, рваная. Блин, не знаю, вот напишите в комментарии, как у вас обувка хранится. У меня у мамы всегда было так. Но у нее было нормальные коробки. Вот. Вроде обувки у меня не так уж и много, но вот что-то найти мне приходится прямо каждую доставать и искать. Но, с другой стороны, кстати, у меня осталась коробка. Уже тут тоже частично мы убираемся. Осталась коробка от робот-пылесоса. Она вот такая вот прям огромная. Большая такая коробища. Я вот думаю, у мамы тоже такая же вроде как должна быть коробка, если она не выкинула. Я думаю, вот две такие коробки взять, она помещается туда. И туда просто вот так вот в ряд друг дружке выставить всю обувь. Вот, я думаю, что может быть вот так вот и подписать какие-то там кроссовки, сандалии зимние, там, я не знаю, еще что-то. Мне кажется, может так проще будет. Ну, хотя ее всю потом доставать и сразу все видишь. Вот, блин, я даже не знаю, как лучше сделать. Вот. Так, варила варенье вчера. Сейчас оставлю там ролик, какое оно было. Вот, но оно чуть немножечко потемнело. Некогда мне было, но оно обалденно вкусное, прям. Ах. Вот, сейчас стоит, сейчас я его, наверное, положу в холодильник, пусть стоит. И шоколадку я тут потихоньку лопаю. На него, кстати, обзор будет. Ням-ням. Вкусный, кстати, очень. Вот, а там у нас все перерыли, вон, все перерыли. Все перерыто.
Вот, все, видите, он проходит, вот красненькое, это заборчик. Я фотографию поменял, и там приплюснуто, я опять верблюда поставил. Привет, Жень. Привет. Зашли мы, пошли мы, вернее, за Димой в садик, вот так выглядит эта территория с садиком. Ну, кстати, с этой стороны прикольно, так я с этой стороны не проходила. Действительно напоминает садик, помнишь себя в садике? У нас, правда, посередине не было здесь дорожки, но так прикольненько. Песка много, прям вообще просто. Лучше бы делали в садиках покрытие тоже. Ну, там паровозик есть, особенно вот эта дорожка мне что-то прям напоминает детство. Кустики что-то посажено, ну лесенки, конечно, все такие это такое все советских времен. Там он даже корзину с игрушками не уносит с собой. Как всегда беседочки, видимо, от дождя, чтобы прятаться или от солнышка, да? Выигрышая, конечно, такая. Но этот садик, конечно, ни о чем по сравнению с соседними. Да, Жень? А вот тут закрывает, кстати, вот песочницу свою с этой стороны. А с той стороны, где маленькие детишки, не закрывают. Там вон дальше хорошие площадки с покрытием. А здесь, в садике, как будто государство совсем не заботится. Ой, мамочки. Напугалась. И там тоже. Так ты по змейке, наверное. Нет, это. Нет, разве? Ты не закружилась головой сюда? Не кружилась? Ну это явно не для твоих ног. Ну, видимо, да, для детства. Какие интересные. Асфальт. Тут дети играют. Да. А асфальт такой же старый. Значит, малин тут. Малина, что ли? Лежит. Здесь тоже он все прям старые. Такие циферки уже еле заметные. И там тоже он корзину не убирает с игрушками. Ну, прикольно такая все смотрится.